Приветствую всех и каждого на моем канале. Добро пожаловать! Меня зовут Карина, я художник и люблю фотографировать. Это видео о домашней фотосъемке. Перед вами образ темной дамы со свечами. Детали костюма сделаны мной лично. Венок выполнен из позолоченной гофробумаги. Черная вуаль – это тюль, снята с окна. Из одежды гипюровая водолазка. Букет из свечей с цветами в том же стиле, что и венок. Макияж для данного образа очень простой. Корректор в виде стика наносим на центральную часть лба, это придаст округлости. На спинку носа для коррекции ширины, под нижним веком для того, чтобы скрыть темные круги. А также высветляем область над губой и по центру подбородка. Далее наносим тональное средство на область под глазами и лоб. Румянами корректируем овал лица и спинки носа. Это поможет визуально сузить лицо и нос. На подвижное верхнее веко наношу золотистые тени. На ресницах черная удлиняющая тушь. Жидкая золотая подводка для глаз используется как помада. Распущенные волосы завиваем на утюжок для волос. Учитывая длину и густоту, мы потратили около часа на создание данной укладки. Фотосессия проходит в комнате на фоне стены. Из осветительных приборов две лампы под потолком и дополнительный свет настольная лампа. Thank you.
Надеюсь, видео было полезным и интересным. Подписывайтесь, вдохновляйтесь. Вдохновение – двигатель жизни. До новых встреч! Давай, дуй, только как бы не очень сильно. Ну дуй, все нормально. Да ё-ма, ты можешь все сдуть? У меня же голова закружилась.